Всем привет! Это Тип-Топ ТВ, я Марина, и вы снова со мной, я с вами. Сегодня мы с вами приготовим пирог с красной рыбой. Это как раз тот случай, когда хочется чего-то необычного, вкусного, а самое главное, легкого в приготовлении. Нам понадобится уже готовое слоеное тесто, два пласта. Рыба у меня в этот раз будет лосось, один желток для смазывания, замороженный укроп или свежая зелень, немножко муки для раскатывания теста и черный перец. Естественно, нам еще понадобится соль и приправы для рыбы. Полный список ингредиентов вы, как всегда, найдете внизу в инфобоксе под этим видео. Рыба у меня была заморожена, я ее освободила от кожи, от костей, разрезала по толщине, получилось 2 стейка, еще раз разрезала, получилось вот 4 части, притом без костей, без кожи, посолила и замариновала в приправах для рыбы. Тесто растаяло, сейчас я буду раскатывать каждый пласт по отдельности, и у меня получится 2 таких пирога. Кусочки рыбы я выложила на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнюю жидкость. Выкладываю на тесто. Посыпаем зеленью. И теперь заворачиваем как рулет. Вот сначала один кусочек рыбы подворачиваем, потом второй. Швом вниз оставляем. И края защипываем как следует, потому что потом рыба обязательно даст сок, чтобы весь сок остался внутри вот этого пирожка рулета. Сделаем небольшие надрезы в виде рыбьей чешуи. И поверхность смажем желтком, можно посыпать кунжутом, это уже по вашему желанию. Все то же самое буду делать и со вторым пластом теста, и с этими двумя кусочками рыбы. Получились вот такие две заготовочки, пирожки-рулетики. И убираем в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на 15-20-30 минут. Уже будем смотреть по готовности. И снизим температуру до 190 градусов во время приготовления. И вот она какая красота получается. Посмотрим, что внутри. Слоеное тесто, смотрите, как расслоилось здорово, стало таким воздушным, снаружи хрустящим, а внутри, смотрите, какая сочная рыба, мягкая, все пропеклось замечательно. Смотрите, какая вкуснота, похрустывает, это очень вкусный пирог, обязательно попробуйте приготовить. А главное, что очень легко готовится, раз и все, вот раскатали тесто, положили рыбу, закатали в рулет и в духовочку. Вот и весь пирог готов. Кушайте на здоровье, приятного аппетита. А если этот рецепт вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. А я желаю вам только здоровья, благополучия и всего самого-самого хорошего. Всем пока и оставайтесь со мной.